Торговый центр «Пионер» оцеплен. Люди замерли в ожидании. Спецслужбы города проверяют сообщения о взрывном устройстве. По радио объявили, что нужно эвакуироваться, поэтому мы все вышли. А причины назвали или просто порекомендовали? Сказали, что нашли пакет со взрывом, со взрывчаткой. Вообще это не первый случай? Да, это не первый. Я здесь работаю уже где-то 5-6 лет, но второй раз за это время. Какой-то испуг был? Не сильно. Нет. Я испугалась. Я нет. В связи объявили, что обнаружили взрывное устройство в сумке. Срочная эвакуация. Как эвакуация проходила? Была ли давка, какая-то суматоха? Нет, все было очень спокойно. Люди прям спокойненько выходили. Все хорошо было, быстро вышли на улицу. По данным правоохранительных органов, сегодня днем, примерно в половине первого, в отдел аренды торгового центра поступил звонок о том, что на парковке ТРЦ находится взрывное устройство. Началась экстренная эвакуация посетителей и сотрудников. К центру оперативно стянулись спасатели, кинологи, медики и полицейские. Силовые структуры больше часа обследовали здание, проверяли поступившую информацию. Угроза не подтвердилась. Оцепление сняли. Людям дали зеленый свет. Разрешили вернуться в торговый центр и забрать то, что пришлось в экстренном порядке оставить. Товар там. Все, бросайте и убегайте. Как нам сообщили позже, звонок о взрывном устройстве поступил с телефонного робота. Чьих рук телефонная выходка сейчас устанавливают правоохранители. А между тем, подобное сообщение сегодня пришло и в торговый центр «Галактика». Посетителям пришлось прервать шопинг, а сотрудникам оставить рабочие места. Вот нас эвакуировали, вот, вот людей, тут это ТРЦ «Галакси», тут пожарные, там зашли собаки, тут полицейские. Как нам сообщили правоохранители, опасность не подтвердилась и в «Галактике». Люди после часов напряжения вернулись в торговый центр и продолжили покупки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.